Бог, и то мы раньше с вами изучаем закон в Лошонара, день 116, я сам же говорит, ура, ле, нишмат, корон, с вами халам, авиа, дрошим, урхамим, буруха, безнепо, бегам, Давид, бенефертор, ласхадр, зрок, то мы сэр, шалом, баарец, уба, улам. И вон, шалом, да будет твоя воля, милосердный, милосердный, чтобы ты даровал заслугу сегодня и каждый день. Уберечь свои уста и языка, Лошонара, и рехилу, да стергусь я плохих слов даже в одном человеке, и, конечно, во всем еврейском народе или его части. Пусть не будет у меня жалобы на пути святого благословенного. Да стерегусь я слов лжи, пустой болтовни, ссоры, гнева, гордыни, резкости, оскорблений, насмешки и других видов запрещенной речи. Даруй мне заслугу говорить лишь то, что необходимо для моего материального и духовного благополучия, и пусть все слова и дела мои будут ради небес, лешем шамай. Продолжаем. Законы доверия к негативной информации, повторяющиеся проступки. Запрет принимать лошон ара как факт не относится к тому, кто известен плохими поступками, подобными тем, о которых говорится в данном случае. Так, если слушатель не раз видел своими глазами, что человек, о котором ему говорят, нарушает определенную заповедь, он вправе верить, что тот совершил нарушение снова. То есть, если известно про человека, что он нарушает определенный закон, например, раньше и сегодня очень распространено, что, например, человек броется лезвием, и сказали человеку про это, я сам видел, что действительно он это делает, то в следующий раз уже в эту негативную информацию я могу поверить как факт, потому что я сам знаю и все об этом знают, что он этот запрет нарушает. Хафец Хаим, видимо, подразумевает, что разрешается верить даже тому, что он совершил и какой-то иной грех, если о нем известно, что он не чтит Тору и пренебрежительно относится к исполнению заповедей, можно принимать на веру, что он совершил любой грех. То есть выходит здесь, что не только можно верить в то, что он согрешил, то, что известно всем, какой грех он делает. Но если про него рассказывают, что он сделал какой-то другой грех, и в это тоже можно верить. Потому что это человек, который не относится к выполнению заповедей, к заповедям Торы с уважением. Также, если известно, что некий человек постоянно поддается искушению и совершает определенный грех, позволено верить, что он совершил его снова. Но не следует считать, что он нарушает заповедь злонамеренно. То есть, несмотря на то, что мы знаем, что он нарушает заповедь, но мы должны на него смотреть так, что он нарушает эту заповедь, не выдерживая ецерара. То есть, не может выстоять перед своим ецерара. Но он не делает это специально для того, чтобы, не дай Бог, восстать против Всевышнего специально на зло Всевышнему. Он делает этот грех, потому что не может победить свой ецерара. Это Аллаха на сегодня. Аллаха на сегодня. А мусар на сегодня – простить и забыть об обиде. Кому Творец прощает грех? Человеку, который не обращает внимания на зло, что ему причинили. То есть мы все хотим, чтобы Бог нас простил. Пишет здесь Хафец Хаим в своей книге «Шмират Алашон». Кому Бог прощает грех? Тот, кто прощает другим, не обращает на зло, причиненное ему другими. Даже если бы все, что достигает человек, приняв оскорбление молча, было избавлением от наказания только за один грех, дело стоило бы того. Но награда за это намного больше, как сказано в Талмуде. То есть, мы говорим, есть еще раз, человек, которого оскорбили, и он промолчал, и это наказание бы, и этот позор бы снимал с него. Наказание за один грех, уже этого было бы достаточно. Но награда за то, что человек принял оскорбление молча, намного больше, чем прощение или избавление от наказания за один грех. Рава сказал, тому, кто отказывается отмерять, то есть не отвечает на причиненное ему зло, небесный суд списывает все грехи, как написано, он прощает нарушение и не замечает греха. Так говорит пророк Миха, 7 глава, 18 пасук. Кому Творец прощает грех? Человеку, который не обращает внимания на зло, что ему причинили. Трактат Рош ха-Шана, 17 лист, 1 страница. То есть человек, который не обращает внимания на зло, которое ему причинили, ему Бог тоже прощает его грехи. Рава учил, что даже пеша это грехи, которые человек совершает намеренно, в состоянии духовного бунта. На зло Всевышнему, не дай Бог. Прощается, такой грех тоже прощается, когда человек отказывается
от желания отмерять, то есть мстить и отвечать на обиду. Но чтобы удостоиться такого прощения, и сам человек должен продемонстрировать соответствующий уровень прощения, не должен испытывать плохого чувства к тому, кто причинил ему страдания, даже если знает, что тот поступил злонамеренно. То есть, кому прощается? Человек, который знает, что тот его специально обидел, специально оскорбил и унизил, преднамеренно, злонамеренно. И он не чувствует к нему обиды, он не хочет ему мстить, он его полностью прощает, такому человеку прощаются все его грехи. Конечно, чтобы получить прощение от обиженного, обидчик должен искренне раскаяться в своем дурном поступке. То есть, несмотря на это, мы не говорим, что значит, то я буду обижать всех подряд, пусть Бог им снимает грехи. Нельзя человека обижать. Тот, кто обидел, обязан извиниться, искренне извиниться и попросить прощения у того, кого он обидел. Но мы говорим сейчас не про обижающего, а про обиженного. Чтобы этот обиженный не был обиженным. Если он не будет обиженным, то также и Всевышний простит все его грехи. Без радости продолжим на следующем уроке. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.